Друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите News Time. И прямо сейчас о самых интересных событиях в шоу-бизнесе. News Time. Сергей Шнуров удалил все свои публикации в Инстаграм. Комментировать свой поступок музыкант не стал. News Time. Рэпер Пост Малоун дебютирует в кино. Артист сыграет в картине «Страна чудес» вместе с Марком Уолбергом. News Time. Дорогие друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. В этом сюжете о новинках зарубежных групп. Американцы Imagine Dragons готовят свой 4-й альбом Origins, который увидит свет 9 ноября. Предыдущая успешная пластинка группы Evolve вышла всего год назад, так что парни выпускают новинку вопреки законам шоу-бизнеса. Мы стали писать новые песни сразу же после выпуска Evolve, и мы подумали, что можем, как все группы, подождать пару лет и выпустить их только потом. Но в таком случае эти песни уже не будут иметь для нас значения, потому что через 2 года мы будем другими. И мы решили, а почему бы не выпустить их прямо сейчас? Тем временем группа The Black Queen уже успела порадовать фенов вторым альбомом Infinite Games. Мрачный электронный проект был основан участниками группы Nine Inch Nails и Dillinger Escape Plan 3 года назад. Дебютная пластинка далась группе непросто. Неизвестные угнали грузовик с оборудованием музыкантов, что приостановило работу над альбомом. Запись свежего релиза тоже проходила не без препятствий. Для записи этого альбома мы построили новую студию, но нас все равно ограбили. В этот раз кто-то похитил мою гитару. Не меньшей сложностью стало и совмещение рабочих графиков всех 3 участников The Black Queen, которые имеют и другие музыкальные проекты. Нужно быть уверенным, что мы втроем одновременно сосредоточены на нашей музыке. В противном случае наши планы могли бы сорваться. Ну а сейчас парни готовы на все 100. Впереди у группы гастроли, которые в начале ноября не минуют и Россию. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели News Time. Меня зовут Андрей Галтеев. Пока. News Time.